участники, гости, рады приветствовать вас на нашем называемом асфальте под названием бетон. Погода не совсем классная, но думаю, что вы настроитесь на победу, на участие. И всем добро пожаловать и хорошего дня. В этом заезде BMW 335XD показало время 11,15 со скоростью на выходе 205 метров в час. Можно сказать, что у машины под капотом порядка 500, а то и более лошадиных сил. Для дизеля результат очень интересный. Участник из Румынии, я думаю, сегодня поборется за призы в своих классах. В старте Audi город Кишинев. Лучшее время 9,6. Посмотрим, получится ли сегодня на аэродроме города Бельск показать улучшение. Первый выезд из 10 секунд. 9,75. 241 км в час на выходе. 60 футов 1,58. Видно, что участник забуксовался на старте. Я видел, как в Тирасполе он ехал 1,45. Значит, сегодня нас ждет низкие 9 секунд от него, если погода позволит. Повторю, в этом заезде время 9,75. Футов, пока без серьезного улучшения. На финише 240 км в час. Правая дорожка Volvo забуксовалась на старте. 14,2 время на финише, 180 км в час скорость. 2,3, 60 футов. Ну, очевидно было, что машина свалилась в турбо-яму и не реализовала эффективно старт. По правой стороне. После финиша все возвращаются по правой стороне, как сейчас делает Audi. Это важно. Прошу всех уважать. Также важное объявление. Пока БМВисты штурмуют 402 метра, важное объявление для участников. Все сегодня должны видеть шлемы и класс стрит, и, само собой, класс про. Шлем обязателен для всех участников, даже на квалификации. Дорожка 13.55, левая дорожка 14.45. Пока 60 футов у ребят не получаются, 2.2 на правой дорожке и 2.1 на левой. Пока ищут оптимальные обороты для старта. А в этом заезде нас ждет что-то необычное. Дизельная румынская BMW в кузове E90 на полном приводе и Opel Speedster
И очень интересно, как он проедет. BMW там мы видим, едет низкие 11. Вероятно, будет штурмовать высокие 10, выезд из 11. Дай бог, погода поможет, которая сегодня идеально просто для турбомашин. Надеюсь, дождь пройдет нас стороной. И мы будем видеть сегодня много-много рекордов. Fiecare participant necesită casca de siguranță pentru a nu primi careva tangență de interior versinul. Vă rog frumos! BMW 11,24, правая дорожка Opel Spitzer 13,64. Партия драфта, партиципанту Opel Spitzer регистрируется 3,64 час. Deci Opel mai are de lucrat. Au găști, sunt echipați, normal, sunt întâlnit. Cei ce nu se vede, cu Volkswagen Spirol. Родители Volkswagen Spirol, просьба надеть защитный прибор для улучшения аэродинамики. E92 из Кишинева показывает время, по-моему, рекордное для себя 12,86. 12,8 дизельная BMW и 13,1 Volkswagen Scirocco 1,4 Turbo. Партичепанцы, все тряпки, писта, земля. Правая дорожка 13,8, левая дорожка 13,3. Е30В8 14,0, но там очевидно, что санта не получилось. Левая дорожка Е30 из Кишинева 13,2, 179 км в час на выходе. У левой дорожки 169, у правой. Все, кто не верит в себя, бьет 50 грамм, приходит на старт и смотрит. А может и участвует. Участникам, выпивших 50 грамм, нет, каска не нужна. Еще раз напоминаю, участники после финиша возвращаются по правую свою руку. Тем год? Супер! Мы ждем от него дыма и резины. Привет, это
Volvo 13.2. Правая дорожка Ford 15.7. Наконец-то звук прайма и настоящих соревнований. Я прошу, дорогие гости, поддерживайте участников. Кто знает, даже может спеть им, чтоб не вмерла Украина. На месте, не создавайте панику. Спецслужбы подъедут и помогут. Что ж, друзья, это показывает то, какой крылатый сейчас бетон, такое покрытие чуть-чуть и на открытие. А где он? Где машинка? За пожарной. А, за пожарной. Все в порядке, выезжает. Поаплодируйте, пожалуйста, поддержите его. Браво, браво. Слава Богу, зона вылета позволила. Все нормально с автомобилем. Это запчасть от кого? От Кенблока, да? От Кенблока, пожалуйста. Это вентиляция от Кенблока, потому что очень горячо. Но, знаешь, что в секрет? Тёплый пол! Браво! Итак, результат этого проезда. BMW 13.6, 2,2 60 футов, может быстрее. И 1,9 получилось 60 футов у Супры. До момента. И турбовый Volkswagen показывает время 13.32. Mitsubishi Outlander 13. Приносит на квотере время 11.3, 201 км в час на выходе. Правая дорожка BMW E30 13.0, 180 км в час. Левая дорожка, повторяю, 11.3. Впереди это полноценные слики Фузия. Переднеприводный участник, я думаю, покажет что-то интересное сегодня. Гость из Румынии против Honda Civic из Кишинева. Сильно-сильно тут сломалась передняя ось. Видно, как не хватает зацепа. С
сказывается прохладная погода, чуть влажная, непрогретые покрышки. Время Volkswagen 13,7, Honda Civic 14,7. Нет, не пока. Volkswagen Ulrich Strasse Team будет рейс президент Шабзашовши Чинч. И партия тряпки у нового туризма. Инки Шумел регистрялся типу Вайс президент Шабзашовши. На тряпки. Шумим при мене стынге, дорог фурмоз. Фикаре партинчикан. Все антуарчи дупе финиш, при мене тряпки. Да. Только скажи, дальше мы с тобой только один. Обестрейшер, который уже проезжал в низкие 13, и Honda Civic Turbo на 35-м гаррете, который, я знаю, может ехать 12. Стрелы искры из-под колес Honda Civic, видимо, резина не первой свежести. И на финише мы видим 13,6 Honda, 13,7 Opel. Обращаю внимание механиков Honda проверить эту переднюю ось, потому что искры на слике, как бы это не положено такого быть.